Будешь шашлычок? Птичку будешь? Будет. Птичку будешь? Чего? Будешь кушать? Я такой, скажи, большой не могу кушать, да? Ну вот, прямо перед камерой. Чудовищную историю одной омской синицы. Мать и ее сожители издевались над ребенком, истязали его, заставляли по много часов кушать, на коленях стоять на гречке, да так, что гречка просто впилась в тело ребенка. И мало того, снимали все это на камеру. Настоящий садист из фильма «Ужас». Но последний, прости господи, даже хорошо. Никаких доказательств. Проглатывает, пропихивает. Бастина. Да. Пока не передумали. Птичка улетит. Угу. Птичку он любит. И свинюшку любит. Да, Ромашка? Шашлычок любой любит. Ну вот. Свинюшка, рот дырявый. Ну что ты не умеет кушать? Вот. Пролетел. Угу. Еще понюхает, убедится, что это то же самое. Все, Ромашка. Почти кончилось. Все. Все. Нету больше. Все. Я ничего не кушаю. Нету? Кончилось? Ты съел? Все. Пока, скажи. Скажи пока всем.